Escape Diz. Вторая неделя весеннего спита. В Европе у нас начинается. Сразу себе Escape забирают Нику на ФП. У нас Смолдер в бане, Калиста в бане, Варус в бане, драфты предзаписаны все еще. Поэтому у нас там все будут на фоне стоять в кругу, веселиться, прыгать, плясать, танцевать. Потому что драфты предзаписаны. На плей-оффе уже будут потом драфты нормальные. Но так нам просто ускоряют игровой день. И в целом правильно делают, потому что у нас прошлые дни где-то часа на 4, наверное, заканчивались. Потому что 5 игр, все прям быстренько в темпе проходит. Карма забирают для Нюка BDS. Забанили им Варуса, Айсу, Ариану, Нюку, Азир, Глобал Бан, понятно. И Офелиус для Айса локается. Окей, просто комфорт себе для Дэшника забрали. Вай еще опенгс там. Но Олаф в левый драфт неплохо, в Джейса, конечно, Верли придется затерпеть. Джакс против левого драфта, кстати, смотрится тоже нормально. Блин, мне не нравится драфт BDS, у них engage, это вообще толком нет никакого. Два немобильных керри против Наута, против Нико. Но выглядят как будто бы по драфту мне ски больше нравится, если честно. Не, ну не прям, чтобы все йод, там иногда по-другому играют. Или ты имеешь... Так, Irrelevant. Левел 3 отшива на топ после 3 кемпов, а здесь Исма рядом, Исма. Хотели подразвернуться, вернуться, но топором Адам не попал, и в итоге BDS сами вышли. Или ты имеешь в виду, что они не играют, типа, как мейн-ветка, где у тебя Глэшел на контроль, который Фрост. Если ты про это, то, ну... А ее обычно брали против каких-то сквиш-матчапов. Типа брали там, когда ты можешь улынить там против Лухи, против, не знаю, там, Юми, еще чего-то. Когда ты играешь танка-танка матчап, ты обычно играешь все-таки с дрожью. Так, тут Бульбавчик шил под Yellow Исмы. Еще и физчека этого Исма. Шио тут накидал уже Исма. Ешка дает Шио, подходит сюда низкий. США играет нюк, и смогут забрать, забирают нюк ФБ. Низкий пытается разменяться, Шил прыгает в куст и обратно. А зачем? О, щиточек, щиточек от нюка! Низкий тоже должен умирать. Низкий умирает! Выходит отсюда BDS, как они по микро сейчас переиграли, разбайтили низкий, да это флэш. BDS, даблкил для кармы. Повезло еще, чтобы любафа не было. Исмы. Сейчас бы еще карма за любафом была, вообще печально было бы. Ну, Джакс карма это примерно как и Ксин карма, которых тоже много пикают именно вместе. Где у тебя карма просто бустит Ксина, Ксин летит вперед, сломя голову. Карма просто фоловит Шио, прикольно на вард прыгнул, подстанил Исму. Исма разворачивается в Адам и пытается выйти. И Релевант тут лохо пэшный. Убили Исму на краб... на Старпю. Фу, блять. На этих. Как их зовут? На личинках. Господи, крабы, Старклювы. Всех зверей перебрал. 3-0. 3-0 BDS. Так, босс. Низкий отдал ультимейт в пол. Нюк был без слэша при этом. Нюк просто на мувспиде с Ешки задоджил. Тревор Новак. Низкий, окей, выбивает флеш из нюка. Низкий тоже флешнул. Ну, есть 5 минут, чтобы попробовать нюка все-таки со следующей ультой хотя бы убить. Две попытки уже провалились здесь на медиу иске. Сетериал должен был финал быть. Ну, в теории, конечно, да. Но с другой стороны, хорошо, что они, в принципе, встретились уже, а не кто-то из них рандомно вылетел от какого-нибудь арсенала условного низки. Так, Шио здесь что-то приагрессировал, и Смокил нашел для себя еще и Купанюк, он но флэш. Килл для экзокика, 450 золота для Дзери. Эски фулл камбэк, или здесь лаборок, фулл пошел, приходит сюда Адам, дос умер. Доса продали. Но зато килл для Зери очень важный. Еще именно стрикс кармы. Плюс Адам из-за своей ротации сюда теряет на топе вейв, теряет пластинку минимум одну, а может быть даже и две релевант успеет забрать. Что красть в этом году будем, если Тиван пойдет на чем и не победят.
Так, Адам. Прикил забрал, Адам. Ладно, я также в прошлом году говорил. И смопа Адаму доигрывает в США. И релевант. Тут еще флешку копнють. Хорошо. Дотик вовремя приходит в базы. Из Кейда ходят размены, так или иначе. Так, Дос. Ой, хорошо, Ешки Лавров сбивает доску хук в стену. Ну, ты тут экзокик приходит. Айс флеш отдал, экзокик дофлешивается, а тут еще низкий закрывает. Опять бедье собракомиться. Куда вы вдвоем идете? У вас нюк на базе. Зачем вы там? Еще и два флеша отдали, и умерли оба. Кил для зверя очередной. Че бедье сделать начали? Так хорошо все было, уже по золоту отстают. Внезапно просто. Дубиночки какие-то. Как будто бы довольно ровные, там и там есть ауты в лейте. Но левый драфт мне в тимфайтах побольше нравится. Плюс это звери, правому драфту по сути нечем добиваться. Так, Дос. Отдает ультимейт, там идет ТП сюда от низкий, низкий, флеш ульт, айс но флеш, айс но флеш. Айса законтролили, браво, низкий. Также низкий постоянно на своей ника находит эти моменты с флешом. Сразу же минус 3 делают, это дракон для SK. И они уже плюс 2000 впереди. Но там экзотик немножко опаздывал, плюс низкий вейв принимает. Низкий сейчас без США, ульту найти хорошую будет трудно. Возможно, SK просто гивнут в теории этого Герольда. Хотя, уверен, вот ТП. Ну, у нюк тоже ТП есть, окей. Адам здесь, сразу Адама сюда привели, чтобы нюк мог, если что, ТПшнуться. Нюк ТП нажимает. Ну и все, за счет этого телепорта BDS с Герольда получают, но они теряют вышку на боте. Релевант вышку точно забирает. Да. Ну, по сути, BDS только что разменяли. И они отдали ТП и вышку за этого Герольда, но первый крюк вышки и скип получают. Ну, хз, насколько это хороший трейд. Ну, типа, они Герольда поставят потом под дракона, под мидвейв. Но как будто бы такой себе трейд. Хорошо выглядят SK, хорошо выглядят Heretix, хорошо выглядят Мэтт. Ну так, Нюк успел флеш отдать, на фонаре вышел. Ёлки-палки, крипов Нюк не посчитал. Те Виталити, которые этот кейт 21-1 отлетели, но мы же судим команду по одной Best of 1, где у них супер жадный драфт, низкий. Там фонарь стоит. Ну, да, фонарь не нажать просто. Еще один килл. Низкий 100% участие в убийствах. Сколько же он всего делает на своей нику? Не зря они ее на ФП забирают. Супер хорош низкий на нику. Респект отходит. Вообще скоро герой тоже закончится у Шио, не? О, Лаброва пытаются поймать. Лабров. Слушай, играет по нему Дос. Пух сейчас откатится. Хорошо, еще один килл. Как же реактивно играют SK. Просто такие, о, что там, что там? Трэш мисс позиции, на варде что-то бегает. Флеша сыграли, еще и флеш вибили, Лаброва и убили. Вышку на миде с этого вскрыли. Так, о, ну да, опять. Низки. Очередной его плей флеша, 13 атаков с миджай. 5-0-4 Зерри, 3 килла уже у Зерри. На шорт стартанули SK. Низкий там пока просто бегает. Зонит Шио. Забрал вард. Может притвориться вардом потом. Но низкий просто зонит Шио здесь. 5к. SK, что, будем разворачиваться, да? По Адаму играют. Фукнули пока Исму. Адам но флеш. Лавров но флеш. Развернулись Лаврова. Лавров должен быть мертвый. Да, Лаврова убили. Еще один килл SK нашли. Шио, и Шио флеш потерял. Ну, в принципе, правильно все иски делать. Типа, они не флипают на Шора, у них все хорошо, они ведут 5000 золота, они просто байтят BDS на то, чтобы они в них зашли, контестят на Шора, развернулись, выбили еще пару флешей, нашли еще кильчик. Все, с кайфом. Так, Шио, ты без флеша здесь, ты куда идешь-то? Куда ты идешь здесь, Шио? А это на Шор уже. А, вот это уже реально на Шор.
Типа я в этом ничего сильно страшного не вижу. Так, тут низкие соло килит, походу, сейчас нюк. Нюк, мантра W. Тут Лавров пришел. Окей, низкий заинтил. Адам стрик забрал. Ну, стрик для Улафа здесь особо ничего не меняет. Так, Дост бил Адаму рекол. Адам умер. Там дракона забирает Шио. Это какой дракон-то? А чё у нас пропали драконы все сверху? Где титр драконов? А это, по-моему, второй должен быть, да, для BDS? 2-2 вроде под рейком сейчас будет. Так, письма. Письмо умер. Что он там делает? Звери даже здесь нету. Что вы делаете, Скей? Технокик? Ооо, Звери. Даблкил для Экзокика, ну ладно. Убрали за Исмой то, что он натворил здесь. Т3 пойдут? Шио пушит бот пока. Т2 на миде они уже забрали. Чё, BDS всё так хуёво, что поменялось? А ничего, вот именно, что ничего вроде не менялось. Может быть, это реально так... конфликт всё-таки сказался на какой-то внутренней атмосфере, не пойму. Но у них всё хуже стало гораздо в этом свете. И непонятно, в чём проблема пока. Никаких особо... заявлений там или еще что-то от них не было. Низки. О, не цепанул Айса здесь. Айс даже флеш не отдал. Не хватило. Второй ногтем. Уф, как больно, Айсу комба прилетела. Это как сегодня с этим, с чуваком, который про Китай писал. Говорю, там расследование было, это LPL додосил LCK, чтобы, типа, ставки люди делали на Китай, не на Корею. Потом ты челу говоришь, ну кинь ссылку на расследование, пруф дай. Говорит, да это мне знакомый, там работает какой-то, ему там на работе сказали, он мне рассказал. Вот примерно так обычно расследование. А ты на этой ссылался? Ну ладно, развел меня тогда. Развел. Так, письма. Адам переехал просто. Адам. Отвратительная позиция для SK. Они заливают игру. Засплитились просто. Это на шор для BDS. Бля, как команды троллят. Сначала одна, потом вторая. Как же вы троллите? Бля, все, что с ней нужно сделать, это вот front to back. Стать пятеркой. У них слева низкий дос. Экзокик фармит остроплю. Исма прыгает на шишки куда-то в Адама. Экзокика рядом нет. Irrelevant в это время играет Шио. Экзокик прыгает куда-то в Шио с нюком. В это время Адам туннели. Что делает Исма? Куда он летит? Уже Экзокик просто сдох на шишке, прыгнул. Я не могу, что вы творите? Вот бы нормальную инфу по драконам получить, потому что я не уверен, у кого сколько, но по идее 2-3 по драконам должно быть. У нас просто через минуту, возможно, душа для BDS, а возможно и нет. Да там забагалось после... Так, нитки. А если полагаю, низкие должны умирать. Адам его убил. Адам под фокусом, стреляет Айс при этом. Экзокик на разгончике, дофлешивается Экзокик. Не, Экзокик всех похоронил, походу. Айс один живой. Не, ладно, Шио вышел на кушке. Но Айс без га остался. Дракон 20 секунд. Релевант хочет ингип скрыть, попробовать успеть. Шио сбили рекол еще. Да, Релевант забирает ингип. Я, кстати, видел прикольный момент и как раз-таки из LPL, там, короче, Ника превратилась в скрипа, джанглер нажал в нее смайт, и Ника пол хп потерял, потому что она в крипе была, но у нас на Шора BDS форсят, на Шора BDS забрали, пытаются теперь отсюда выйти, у них скипфлэша не будет, SK будут пытаться чейзить, хук мимо, ответный хук тоже мимо. Но SK бегут дальше, низкий там закинулся горохом, живет.
Экзекик ждет, чтобы на Ешке полететь. Экзекик полетел, поймал Лаброва. Лавров куком не попал, дает Ешка в экзекика. Экзекик поджимает ультимейт, там опять прекрасный нукап от Низки. Его убили. Экзекик стреляет. Шио добрался до экзекика, экзекик это станет ли он от плохой, по-моему, QSS нажал. Минус 5 в пользу BDS. Они по топу закончат, нет, у них на шор? Это ГГ. Кошечки затронули себе эту игру! Какой ужас, какой подарок для BDS. Там на миде большой вейв, кстати, пушится. Свифер фул в тильте сидит. 20 секунд. Да не, они закончат сами. Там Лавров еще рекорднулся, да. BDS выигрывает игру против SK в ультра фиесте за 39 минут. Да. Что за игра? Они так, я не знаю, Исма как просто какие-то беды с башкой произошли в какой-то момент, когда он начал на Ксене далеко лететь. Они еще с первым нашором там по Т2 Исма умер зачем-то. Потом перед вторым нашором. Что делали с Кейм? BDS выиграли, получается, молодцы. Игра была равна. Так, чё, погнали. Вторая карта, Giant X против Fnatic. Fnatic у нас 2-1, Giant X 1-2. Отжали одну карту у медов, которые вообще изначально должны были проиграть, но потом хорошо камбэкнули. Примерно так же, как BDS в прошлой карте. Талия на ФП для Джекиса. Хвея забанили гуманоиду, Валибира забанили Разорку, плюс еще Вайв бане. И забирают сразу для Разорка, ну либо для Джуна, опять-таки флекс. Рейл Фнатик. Что, Орн для Оскара? Неужели это топ-лейн Орн в каком-то веке? Топ-лейн Орн для Оскара? Так, ну драфты довольно похожие. В целом, много фронтлейна, очень много какого-то таргет-контроля. Слева Наут, слева Маакай, Варус, все по одному таргету будут пытаться играть, просто шотать первого. Поэтому Fnatic есть еще и ресеты, под Чарм есть Виега, который может ресеты для себя получать. Fnatic чуть получше будут в каких-то длинных файтах, но Giant X именно будут пытаться кичи какие-то находить. Но надо на YouTube просто стрим открывать, и все нормально будет. Так, Джейс дракона делают. По Джуну, гуманоид, спине, Чарм попал по Науту, много дэмэджа гуманоид дал. Выходит, ФБ, при этом забирают для себя GX, убили Джуна. Джеки с ультимейтом закрывает гуманоид, и гуманоид зашаут. Игнар, можно поискать хук, есть флеш. Даже хук в гуманоида будет целить, даже флеш не понадобился, гуманоида цепанули. Два убийства для Giant X в Урли. Два килла для Варуса, Варус плюс 600 сразу становится. Фнатик. Так, у нас разрук на топе. Распайтится здесь удобно на Оскара. На Оскару надо вейв хотя бы допушить этот. Ну вроде так. Ешка дал Одо, баран, отвратительный флеш от Удуамны, Удуамны умер. Ильчик для Виего. Причем, вот чуть-чуть совсем не дотерпел Удуамны, там уже начал уходить Разорк. Уже начал уходить Разорк, и в этот момент Удуамны Е вперед нажал. Еще и флешнул плохо, прям в ульту Орна. Так, ну пока Блюбаф за деф, для Джеки смещается. Гуманоид тоже идет сюда, Блюбаф забрал Разорк. Пытаются теперь здесь но трапнуть, но есть флеш, есть клинс, но сразу флеша отдает, цепанули Джуна, Джуну больно, Джуна ваншотнули, подходит сюда гуманоид, Разорка, дальше флеша по нему играют, Разорка съели, флеша вот от Патрика, но пытается пострелять, пичу очень больно.
Гуманоид. По печу. Чуть-чуть 30 это не хватило. Какие же лохопесные молнии пошли от Ноа. Закончилась ульта. Ноа забирает еще одного. И третьего забирает Ноа. Трипл килл для Зери. Гуманоид. Но здесь уже нечем доигрывать по Джекису. 3 в 3 размен в итоговый. Подспейсил хорошо, но пострелял, подержал их на расстоянии. 3 килла для Зери. Но там 4-1 Варус с другой стороны. Варус-то так-то тоже. Он еще плюс 500 все еще по золоту. Но суммарно-то, что там, плюс 500 GX ведут на карте. Ничего особенного, пока ровненько все. Раздор уже на топе. Под Уамна играют, ТП идет от Джекиса, гуманоид телепорта нет. Пытается дотуннелить от Уамна, раздор забирает это убийство. Джекису... Раздор застанил крипа, хотя можно было попробовать там Джекиса сбить, но anyway. Убили Реника, выбили телепорт Али, хорошо. Но если, допустим, пойти в топ... Убить еще раз Рениктона, разменять его на Дрейка, мне кажется, было бы нормально. Так, Джекис на боте. Там Джекис их закрывают, Джун. Много дэмэджа по печу, должен быть ресет для Разорка скоро, хотя Разорка за контроль, Разорка убили. Оскар прилетает, забрал первого. Оскар. Ульту! Успевает дать даблкил для Орна, ГГ. Это ГГ, это минус 5. Это минус 5, пользу Фнатик. Легчайший файт получился. Удобно. Дайвит его. Легчайший килл какой-то. И... Так, что, у нас дракон. По два предмета у Кири. Ой, Джун. Энгейдж пошел сразу баран. Туда Джекиса шотнули. Ресет для Разорка. Удобно там туннелит гуманоиды. Гуманоид пока... Выходит под Кайтил. Удобно, больно. Разорк забирает еще один ресет для себя. Гуманоид есть. Есть ультимейт чармом, не попал. Игнар выживает. Но это третий дракон для Фнатик. Опять, они просто получают один ресет. И дальше Арис Виегас уволится. Так, пошел баранчик по печу. Чарм попал. Гуманоиды хукнули, гуманоид флешаут. Много контроля дали GX. Гуманоид супер лоу, Джун выпрыгивает из файта. Но отдал ультимейт. Плохая драка для Фнатик. Гуманоиду надо бэк-тп давать. Джун закинулся горошком. Но без ультимейта будет в этой драке. Играет по Орну пич. Орна немножко пробили, но он довольно плотный. Дает флешаут. ТП идет сюда от гуманоида. Игнар флешаут. Не, ну играть по Орну это вы, конечно, спило придумали. Он вас всех втанчит. Да, душа для Фнатик. Под Орна. Орн с горной душой. Well. Не, ну... Фнатик точно не могут это проиграть. Нет вселенной такой. Нет вселенной, где Фнатик могут это проиграть. Невозможно. Все. Привин. Так, Оскар без США на топе. GX хотят попробовать по нему сыграть. Там есть Vision. Цепанули кого? Печа цепанули. Пич флешаут. На фейзрашке убегает. Чарм попадает по Игнару. Игнар но флеш. Пошел баран от Оскара. Хуком сбивает ему барана Игнара. Хорошо, но при этом Игнар умирает. О! Щиточек! Игнар живет. Сколько же втанчил Оскар за этот файт? Они не могут его убить. Какой ультимейт от Джуна? Оскар все еще живой. Разорок дофлешивается, Ноа дофлешивается, забирает от Уамны, живой только Джун, и это ГГ. Трипл килл для Ноа. Да можно заканчивать иди, нет? Два крипа, Разорок подтанчит сейчас. Там еще 20 секунд. Оскар реколится, может дать ТП на вейв. Да, Оскар летит сюда. Оскар должен втанчить сейчас вышку, пока это делает Джун. Оскар танчит следующую вышку, Т4 первая падает. Вторая туда же, до печа еще 5 секунд. И это 27 минут, легкая победа для Фнатик. 3-1 Фнатики становятся, GX улетают в 1-3. Здесь у нас без сенсаций.
Погнали, у нас уже третья карта. G2 против Heretics. G2 3-0, Heretics 2-1. Так сказать, старые G2 против новых G2. Wunder и Jankas потерпели некоторые изменения. Перкса вместе с ними нет, но есть все еще флакет, который тоже G2 в свое время поиграть успел. Два бана дают, кстати, во флаке, да? Два бана при этом Ханса. Дрейвен открыт, Дрейвен опен. Дрейвен опен для Ханса. Забрали Джарвана на ФП G2. Варус локается для флаки, да? Джарван ФП. Это интересно, G2 придумали. Открытая при этом Ариана еще есть. Ну да, Дрейвен появляется. А как Heretics пикнули только что Ариану и Варуса в Джарвана? Ну, типа, G2 просто префайером пикают Джарвана в двух немобильных керри, зная, что они заберут просто Ариану и Варуса, и Heretics никак не адаптируется под это. Да, Вагнар здесь не очень, Атрокс. Ну, Атрокс как будто тоже левый драфт кайтит. Там Дрейвен от Атрокса вэшкой сбивает, Рената, Арис с Чармом, но не самый приятный. Не самая приятная игра для Атрокс. Не знаю. У G2 супер халявный драфт. У них Джарвен в двух немобильных керри. Рената против Пулына, Энгейджа, Рейла Наута на дизенгейдж. Сильный бот с Дрейвеном. Капс на Арии, на которой он просто нереально что-то творил в прошлой неделе. Выглядит как легкая для G2 опять. Так, Jankas. Отжал редбаф у Ейка. Но Q смайт Рейл, да. Кьюс Майтрелл. Это еще Jankas маленьких эстроклювов подъел. Ууу, хорош Jankas. Подъел здесь прилично. Так, огромный вейв на боте у G2. Они давят просто вдвоем. Ханс танчит тура. Еле-еле выходит, там подходит Jankas. Ханс без США, G2 заинтили на боте. Даблкил для Jankas. Чё вы делаете вдвоем? У вас джанглер в топе. Зачем вы пытаетесь давить? Жду. Джарван в боте. Задавить там Вундер не могут, но Вундер боится реколиться. Теряет, скорее всего, плейту минимум одну. Капс. Позвайру играет. Чармик. США играет Яйк. Прекрасно. Опять капс с Яйком разыгрывают. G2 забирает легкий килл на Звайру. Звайру флеш даже не нажал, не успел среагировать. Там в упор просто капс. Чарм ему дал. Дракон у нас первый живой. Третий чинки забрал Jankas. Яйк с Микки, смотрит на мид опять. Так, Звайру флеш. Чарм прилетел в итоге в Jankas'а. Звайру остается без скачка. Но теперь еще легче его будет забузить. Яйк уже шестой взял как раз таки. Так, Тримби. Ну так, чисто потрейдил просто с Хансом. Немножко поднапряг дровенчика, чтобы не борзел. Капс, тут Jankas опять на контрганке. Капс, чарм мимо. Ну и G2 выйдут отсюда. Оп, сбили комбу Яйку, погодите-ка. Яйк умирает, хорошо, Звайру. Отличный шоквейв, там еще цепанули Микки на ротации. Глубинный заряд от Тримби, Микки флешаут, пытается спастись, приходит сюда Хансама. Микки... Фардики! Мог все-таки Ханс нажать на шишку. Вардики Тримби. Но по одному варду Хансама стукнул. Вместо шишки. Но все-таки получилось шишку нажать. Было бы смешно, если бы он, конечно, просто по вардам побил и в итоге... Потерял бы флеш и умер бы еще и Микки. Флакет. Но это сейчас минус флеш должен быть у Варуса. Типорчи, поджарован, ну хорошо, Яйк выходит, флешаут от Флакеда. Ульта Микки цепляет еще из Звайру бежит прямо по вражескую команду. Микки забирает убийство и Хансама снимает стаки. Но и тут сразу плюс 2000 по золоту оказывается, плюс 1000 на дэшниках. Вот вам и Дрейвен. Чё там Флакет делал? А у Микки еще и Вижн везде был здесь на флакеде. Хэндшейк и шишка. О, Микки Икс. Микки Икс поймал на Вижне вражеского дэшника. Красиво, красиво. Еще и ульта прям в проходе хорошая. Там дракончик. Так, фейсчек пошел.
Глубины заряд отдали в Микки. Микки живет, откайтил. Тремби без ульты. Там Биби в спине. Биби! Страшный крокодил находит Вайру под нокап от Яйка. Ваншотнули Ариану. Побежали за Флакеном. Флакет уже без США. Тримби откайтили. Капс пошли ресетики. Капс. Варус уже мертвый. Капс. Ой, какой чарный предикт от Капса. Янкоса залетает. Даблкил для Редиктона. Капс последний тик ультимейта. И Янкоса тоже забирают. Минус 5. 5 в 0. Файт по G2. Плюс 7000, на шортик живой, дракончик живой. Ну, в принципе, игра закончилась вот теперь уже точно. Номанс какой-то, 418 человек. Привет, Лев. Привет. Спасибо за рейд большое, кум. Там, кстати, Микки ваншотнули, но они Т2 забрали. Но на шор живой? Ну вряд ли Херетикс будет на шора форсить. Так, Микки, нашел Янкса. Подставил Биби. Еще Яйк рядом, но Янкс выходит просто за стену. Выдавливает G2 просто из своего железа Херетикс. Viro goes to answer him, it's very easy for Caps to then go and answer. Maybe even look for a solo kill himself. The death cap completed. Maybe he doesn't feel he has enough damage because his Zhonya's plus Seraphs. That's a lot of survivability on the Orianna. But any second now they should, yeah, start the Baron. Very well done from G2. Overall good control. Так, что тут стартанули? Херетикс идут фейс-чекать. Ничего не видят, блютринкет один отдали. А, оба же даже отдали. Там два блютринкета стояло. 4К. Янкос. Эй, G2 просто тернет. Не стали флипать. Яйк закрывает двоих, по трибе играет. При этом какая ульта от Микки залетел, но Микки уже погиб. Капс. Ищет чарм. Капс. Ничего не находит. О, Звайро здорово. Капс зафармил просто как крипа. Его. Дальше ресеты у Капса. Там Яйк танчит троих. Ну, кстати, больно Факет стреляет. Чарм флешает Вундер. Доплешивается Хансамы за Вундером. Вундера забрали. Еще деньги для Хансамы. Капс на ресетах. Чарм попал по науту. Накапнули Баруса. Барус мертвый. Трибит туда же. Минус 4. Да, как же Капс играет на Аре? Боже ты мой. Как же он хорош. Почти каждый чаром попадает в таргет. Насколько чисто он все нажимает. Так, первая это 4 падает, вторая туда же, ну и походу же то эндер. 30-й, чарм еще один с Вайру прилетел. Пощади, Капс, как же ты хорош. Как же ты хорош, Капсик, боже мой. ТП на базу. Капс. Капсище. Боже, пожалуйста. Сохрани эту форму на MSI. Пожалуйста, Капс, будь в такой форме на MSI. Ты трахнешь всех, даже Чови. Наверное. Как же хочется на такого Капса на международной сцене посмотреть. Так, Мэдлайнской против Витальти. Довольно ровное противостояние до старта, по крайней мере. Смолдер в бане, Калиста в бане. 3 бана в Ильёю от Виталити. Просто отбанивает лесника медов. Респект от Ильёю. Ильёю забрал для себя Рейл. Ну, либо все-таки Флекс де Альваро. Но мне кажется, что Ильёю в итоге будет играть на Рейл. Сену оставили Виталити, ФПшнули Варуса. Будут играть против Сены. Карди на Сене супер хорош. Мы видели это на первой неделе. Не в той карте, где они просто загридили, взяли себе Смолдера на топ, и был слишком жадный драфт. А до этого, где Хелисанг еще ни разу не умер, когда фармил. Да, топ-лейн Воконг для Фотона. Ну, блин, тут только если пытаться Сену кейчить с Джарваном можно. По Ари-то сыграть трудно, Воконг тоже выходит, Джакс выходит. Джакс в левый драфт смотрится нормально, контроля там не так много, Джакс будет душить их. Плюс Вуконг будет лютую суматоху наводить, Вуконг еще под ульту Сены, фармящий наут, который тоже будет супер танковый. Не знаю, мне драфт Виталити нравится побольше, если честно. Я как и был с предиктом на Виталити до драфта, так в принципе и после драфта. Так, Фрискови, ты чё, умер?
Прескови умер. Так, Лисон. Хороший трейд, кстати. Чарм от Витео по Прескови. Прескови пока мид подушивает, но здесь Даглас подходит. Витео без лица, правда, остается. Даглас. Прескови вышел. Пошел! Прескови! Соло киллит Витео Прескович. Окей, окей, Прескови. Окей, соло кильчик оформил. Альваро. Или на хуке хорошо вышел. Тут Даглас еще каверит. Джарван тоже на боте. Подрутали супу. Супа флешаут отдал. Даглас тоже выйдет. Окей, супа без качка остается здесь на боте. Но там уже супа с рекола пришел. Виталити до сих пор на боте пока не реколились. Альваро, убили Хелисанга, мэды. Или сам кубер-комитнулся. Витео идет на топ. Дайвить Мирвина вместе с Фотоном. Мирвин с Лешом. Нужен нокап от Фотона. Так, Фотон. Неплохо у Чарм. Куда полетел Витео? Ёлки-палки. Телесанг, здесь рекол в супе сбил. Слыша доигрывает карди. Окей, кильчик есть на супе на боте. При том, что Капс в таком же матчапе стоял и давил жестко. Зваю руна миди. Здесь, наоборот, Прескови сильно давит Витео. Но там, конечно, еще заходил Яйк. Давление на мид давал. Но anyway, там Капс подушил мид. Так, драконы забрали Виталити. Меды. Ой, какой стан от Альваро по двоим. У Дагласа есть флеш. Флешнул, на вард выпрыгнул. Там Прескови догонит. Прескови такое не отпускает. Даглас. Или, но скорее не Прескови, еще один варджам Дагласа. Окей, Даглас жив. Буквально 15 хп. Я не то чтобы прям... Ты еще, камон. Витео... У меня футболка его сзади висит, о чем ты? Что за чинси это? Но пока матча свой он отыгрывает плохо. Соло килл отдал, роум на топ не удался. Пока Витео играет плохо, это факт. Пока не идет. Так, Хелисанг. О, вообще не почувствовал ситуацию. Хелисанг умер. Тут Ильёя в кустах. Тут как тут. Килл для Ильёя. Так, Ильёя, очередной лейнганг. Теперь на топе. Но пачка в сторону Фотона пушится. Фотон, только если на трейд какой-то пойдет, по нему могут попробовать сыграть. Ильёя пока здесь. Пока в кустах. Ильёя кустарный воин какой-то в этой карте. Все время по кустам нычится. Даглас заходит на топ. Ильёя сбивает. Свой рекол пока ждет, когда Мирвин допушит. Фотон играет по Мирвину. Мирвину очень больно. Здесь еще Ильёя дает комбу Фотона. Ваншотнули. Даглас в размен Мирвина забирает. Окей, один в одного. Даглас, ну Ильёя здесь выйдет на комби, если что. Даглас, конечно, подерется. Но такое. Так, хили. Ну как по супе прошел. Больно Хелисангу. Стрела от супы. Убили Хелисанга. Карти тоже должен умирать. Клин создает Карти мертвый. Зачем вы на два пытаетесь драться против Варуса? Виталити! Какой-то инт пошел на боте. Или Санг, походу, все. Его не остановить. Он в зоне. В зоне инта, правда, пока. Так, Витео, без ульты. Ой. Да. Без шансов здесь выйти для Витео было, когда он уже без ульты был. Ну что-то пока да, джангл саппорт именно у медов именно проигрывает, как раз медик сейчас тоже сказал про это. Именно Альваро плюс Ильёя полностью переигрывает по карте, на боте. Душ неловко жестко от медов начинается. Плюс 600 топ, плюс 600 мид, 1200. Преимущество на боте суммарно почти в 3000 вышли. Так, вот он. Ой, Фотон. Что делаешь? У тебя был флеш, ты бы вышел просто. Зачем? Фотон просто заинтил. Так. О, Хелисанг. Флешаут. Контроль этого. Витео. Кстати, неплохо может быть. Альвара могут добрать. Киле живет. Еле стрикс рел. Там, правда, Мирвин подходит. Фотона здесь нет. Фотон с телепортом с другой стороны.
Окей, Vitality нашли один кильчик. 3-0 Джакс. Кто-нибудь Парус или Камилиус, мне кажется, могут себе показать. Ну там, типа, бот, возможно, Карди хотел с Хилицангом играть, еще что-то. Там разные могут быть. Там тренерский штаб тот же самый, например. Вот она еще разочек зафармили на сайде, пока Вуконг что-то не особо работает. Но здесь Хилицанг Дагласом закрывают. Ильёя умер. Мирвин, кстати, тоже приехал. Полетели киллы для Виталити. Еще один кильчик для Карзи. О, пошло дело. Пат там молится, сидит просто. Мирвин очень сильно играет в лейнфазу. У меня в телеге был чувак, который жестко хейтил Broken Blade и говорил, что типа он там плохой игрок и так далее, но потому что Даймонда наслушался. Вот. И типа, что Мирвин был лучше, я ему просто статистику с финала скинул. В первой карте до 15-й Мирвин, Биби были even. Во второй карте что-то типа Биби два раза его слокинул до 15-й, в третьей там был плюс 50 Биби, и в четвертой мы поняли, там что с Джейсом было Мирвина. Мирвин, кстати, умирает на топе. Витео получает для себя убийство здесь. Талити нашли еще один килл. Там типа в трех из четырех играх Broken Blade жестко гэпнул Мирвина до 15-й просто на линии, и в одной они были even. Как бы Broken Blade лучший топер в Европе by far. Я не знаю Нила, я не смотрю его. Но он прям жестко его хейтит, и его зрители потом все хейтят Биби. Говорят, что он худший свин и так далее, при том, что Биби стабильно ебет всех, кто планирует в Европе. Витео находит чармом здесь Ильёю. Не успевает дать еще один тик ультимейта, хотя тут сейчас вышел нормально. Мэда опять уверкоммитится. Ильёя флешаут, Даглас. Там ТП в спину, может быть, от Фотона. Фотон. ТП идет. Довольно долго он его прижимал, находит здесь Мирвина. Мирвина флэш. Мирвин должен умирать. Мирвина закрыли. Дальше можно в обход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нашел, может быть, Виталити, если они здесь заклинапят файт. Карти с ультой, может заполовить. Ой, Альваро красиво разворачивается. Шоквейк по двоим ваншотнули Вуконга. Даглас пока живет, подстанил Ильёю. Ильёя должен быть мертвым. Ильёя нет флэша. Ильёя еле живет. Даглас! Даглас жив! Даглас жив! Как же он выжил только что своего предмета? Как он там хилился? Вау, еще и Сена потом подхилила. Еще один килл нашли для себя Виталити. По золоту отстают всего 1000 теперь. Ой, тут еще Фрискови трапают. Не, ладно, все, реколится Виталити. 5-0-3 Джакс. Плюс 2000 над Ильёй. Так, поймали Хилисанга на вижене. Хили, больно очень, ваншотнули. Че, Мэдэ, будем на Шору форсить? Витео пушит бот пока. Но на Шор довольно быстрый, там Варус-то с Ботраком, с Светотенью. На Шор быстрый, Мэдэ пока сетап вид вижен. Стартанули на Шора. Альвара стоит на физчеке, если что. Видят они до Мирвина. ТП идет от Витео сюда. Будут тернить Мэдэ пытаться. Там 4К. Фотон может дойти в спину. Никто ничего не видит. Виталити, надо как-то физчекать. Они не могут. Они не могут без наутилуса. Нашор разобрали Мэдэ. Правда, они сейчас здесь могут все откиснуть. Минус Мирвин. Даблкил уже для Джакса. Ооо, Мэд Лайонс. Ильёя единственный пока отсюда выходит. Витео дальше чизит. Куча дэм это дал. Ждем чарм. Витео ускоряется на вышке. Чармик Ильёя доджит. Даглас. Окей, Ильёю не догнали. Но это дракон для Виталити будет. И это 4 убийства. Джарван только единственный остается с Нашором. 7-0-5 Джакс. Так, ну чё, Мэдэ, чё с Нашором сможем сделать? Барон Пауэрплейка пока в минус 2500. Ну Т2 снимут на миде. Т2 снимут на миде и на топе, скорее всего, тоже. Но в целом, как бы, они получили много денег. Виталити вообще впереди по золоту сейчас. Да, сравняются Мэдэ с этого, с вышечек. Но Виталити продолжают спокойненько скейлиться. Там уже 3 предмета у Витео готово. Карди идет уже к 4-му слоту, с МЛДР скоро будет. 3 слота в Джакс. Потихонечку Танкови Фотон становится.
1500, 20 секунд, то дракон с нашором. Но Виталити, в принципе, супер боевые. Там еще Бител Меджайчик купил. Все в пинках у Виталити в инвентаре. Через санк фейс чекает, находит здесь Ильёю. Но кап дал, Ильёю больно, Ильёю почти шотнули, Ильёю выходит пока на комбе. Витео, чарм, попадает в телепорт от Мирвина, Мирвину больно, раскручивается фотон, куча урона от Вуконга. Витео пытается дочистить Фрескови, забрали Витео, Витео выфлешивается, живет, даблкил забрал фотон, минус 3 для Виталити. Хелисанг там гоняет супы с Альвара, так, Хелисанг фирменную дал, Хелисанг подвинтил немножечко, Виталити идут по миду. Заберут Т2, но, видимо, просто в нашоры должны будут разворачиваться после того, как сторону вскроют. Но теперь Вуконг в симфайтах очень много работы выполняет, когда подскилился. Ну и Виталити просто забирают Vision. Ничего особо не форсит. Витео видит здесь тех, видит и Альвара, видит Ильёю, и Витео. Альвара прогнали. Вот он пушит бот. Виталити 30 секунд до конца нашора, хотят попробовать немножечко, может быть, подсиджить мид, но тяжеловато. Как будто заходить на ХГ, в Рейл, в Джарвана, оно того не стоит. Им легче просто забирать Vision, позицию перед объектами, ждать дракона, ждать нашора и уже со следующими объектами пытаться заканчивать. 191 душа Сина. Я не знаю, но Медлайнс нужно жесткую комбу какую-то с шоквейвом дать и убить сразу Карди, чтобы выиграть файт. Если Карди никто не тронет в файте, ну, без шансов, по-моему, этим файтом для медов. Сейчас... Карди там просто за два экрана накидывает авты. Так, фотон в спине, фотон на вижене. Мервин камбу фотона накинул. Так, или цепанул Альвара, отдает нотка Прецкове, тут даже ульта Сены, Альвара просто еле живет. США играет, шоквейв, хорошо, Карди. Карди убили. Но там Витео, всех убивает. Да, пошли ресеты, трипл килл для Вуконга. Подожди, это что, это Пента? Квадро? Пента? Хелисанг, ты чё? Ты гандон, Хелисанг! Ты спиздил Пенту у Фотона? Зачем? Ну пятый килл оставался! Ну нахуй он его забрал? Ну Хелисанг! Ну какой ты черт? Ну зачем ты это сделал? Ну вот он в тильде сидит, посмотрите! Ну какой гандон! Ну Хелисанг! Просто украл, наглый вор! Преступник на Хелисанге! Бля, ну мэты в тильде, но мэты сами себе проигрывают игры. Могли уже идти не 1-3, а 3-1, выиграли GX и Виталити здесь. Если бы сами не оверфорсили, не оверкоммитились, не отдавали стрики и все. Виталити 3-1. Так, ну чё, let's go? Финальная карта сегодняшнего дня. 0-3 Роги, мертвая команда против Карминов, которые вроде как неплохо смотрятся в этом сплите. ФП Калиса для апсета. Смолдик в бане. Квейчик в бане. Дровена забанили компу. Ургот! Внимание, обнаружено стороннее подключение с компьютера Кабачарда IP из... Откуда там? Воронежа? Или где там Гена живет? Генерал! Генерал в леке! Это не ложная тревога. Блайнд Ургот для Кабачарда. И Мальфит для Фина. Мальфит хорошо смотрится против левого драфта. А, Волгоград. Я помню, на В что-то было, Волгоград, да. Вот, чат паста. Так, Бо, Дэвид Зуэлиса. Зуэлис выфлешивается, там подходит комп, Зуэлиса подхилил, хук от Зуэлиса по апсету, но тур там никто не танчит, Бо выфлешивается, точнее, Бо танчил, значит. Так, ну Кабачард просто уничтожитель себе взял на первом реколе на своем. Будет выфармливать Таргамас. Цепанул Зуэлиста. Зуэлиста больно. Нет флеша уже. Бо. Но кап прошел. Апсет стакает копья и легчайшая. Первая кровь для апсета.
Кармин Корп. Сюда. Так, тут опять Зоэлис хотят давить Кармины. Ну ладно, еще одну пластинку Апсет все равно забирает, плюс 1200. Ну там сена все-таки. Но в любом случае, косарь суммарного преимущества на боте у Карминов уже есть. Да, Маркун плюс 20. Маркун уже шестой. Впереди сильно по XP. Но с другой стороны, что, бота в принципе все равно, когда у тебя так сильно ведет бот. Кармины продолжают душить бот. Сейкен уже на боте. Зуэлиса дайвит. Зуэлис флеша удает, его убили. Вышку уже никто не танчит. Кармины пытаются выйти. Ларсен, Чарм по Таргамасу. Его просто апсет, воздух поднимает. Роги здесь ничего не находит. Еще один килл на боте для Кармин. 2-0. 0-2 Зуэлис. Так, Фин. Играют по генералу. Тим! Джангл Див. Кавачарт умирает. Роги даже перед по золоту вышли. Так, Кавачарт проходит на свой топ-вейв. Но теперь им, да, здесь ничего особо не угрожает. Но Мальфитик так сильно выходящий вперед. Плюс 20 на Дурго. Там две пластинки. Там потом просто в Калисту он ультить будет. И Калиста ничего не сможет сделать. Зуилиц опять давит. Ультасены. Таргамас перетанчил, возможно, турет. Вышел пока. Танчит турет, апсет, флешаут. Ой, Кармины насрали очень сильно. Даблкил для Ларсена. Триплкил для Ларсена. Ой, как плохо сейчас все было. Кармин Корп. И сейчас еще и Кабачарда задайвят. Кармин Корп заливают игру. Минус Кабачард. 0-2 Ургот. Вышка на топе. Преимущество по золоту. Улетает 3000 уже. Ой-ой-ой. Улыбка на лице Ларсена. Рыжий, довольный. 3-0 на Арии. Но время керить. Время первой победы получается. Так-то победа Роука не сравняется с Карминами. Не знаю, у меня прям к Рогам вообще никакого... Никакой эмоциональной привязанности, я бы сказал. С Карминами прикольно. У них типа популярная рога, проблемы там в первом спите, когда они на таком хайпе зашли. Ой, Зуэлис, юб ты... Сейкен цепанул Ларсена. Таргамс хорошо это фоловит. Зуэлис там должен быть мертвый. До Фиксайда приходит. Забирают Зуэлиса. Зуэлис заинтил. Кто бы мог подумать. Ларсен без хп, без ульты. Ну должны отдавать просто героя здесь роги. Кармины забрали позицию. Ларсен но флеш, Маркун но флеш, Зуэлис но флеш, Таргамас но флеш. У Сейкена так-то флеш может откатиться, но еще в середине драки посмотрим. Там прям секунд 20 возможно осталось. Сейкен на фланке. Сыпанули Таргамаса. Чарм по Таргамасу. Поднимает его апсет воздух. Более Зуэлису. Зуэлиса съели. Кабачарт расфирил. Неплохо. Поймали Фина. Фина очень больно. Куча контроля Карминов. Фина убили. Маркун получает, правда, для себя ресет. Подстанил. Разменялись 2 в 2. Маркун, ресеты пошли для Виего. Ресеты для Виего. Маркун переворачивает Араку вместе с Ларсеном. Ларсен туннелит дальше апсет. Апсета за Чарм ли апсет умирает. Роук! Минус 5 и дракон! А выглядело так хорошо! Сейкен. Спалил его тут Фин. Миньонов считать у нас роги умеют. Так, Кармин опять забирает позицию на драконе. Ларсен пушит Т3. Мне кажется, Кармины это могут этого дракона забрать, но они сейчас сторону потеряют. Как будто бы Роук могут отдать дракона за сторону на топе. Это просто Т3 уже. Ларсен... Так. Разворачивается по Виего. Там ульта Ургота. Маркуна шотнули. Окей. Можно еще и Зуэлис убить. Да, если бы Зуэлиса поймали, можно было попробовать на Шора начать. Ларсен забрал сторону. Съели Стрикс Виего, с другой стороны, Кармин.
Но с Вейфлиром проблемки с суперкрипами. Хотя, наверное, Урго должен файн с ними справляться. Ларса на варде тут. Так, Бо. Бо просто бежит туда. Пока летят 4К. Пока тяжело. Бартолому Кабачарда. Через ёбку на сайдлейне. Главное, чтобы докшиты в команде не заинтили. Так, ТП идет от Сакена. Чарм. Окей. Поймали Ларсена. Ларсен вышел на ульте. Зоис опять под фокусом. 3-0. 3 сета. Все, ГГ. Там вейв на топе с суперкрипами. Но убили Наута опять. 2-1. На Шора пойдут роги забирать, да? Ну, чуть-чуть не хватило им дожать. Там Ларсена чармик попал. Кому вышел. Забрали это 2 на миде роги. Идут на Шора. Ладно, не закончили здесь. Выглядело, как будто здесь похороны полные могут произойти. Не хватило Ларсена убить. Но там мерки. Там типа НК прошел, но Ешку Сейкин даже не успел накинуть. Вот тут что-то смотрит, но он здесь ничего не найдет. Сейкин теребит слыша. Дракон минута. Как же быстро падает на 3 от 6 личинок. ТП в спину идет от Ургота. Там под контроль Лефина. Фина очень сильно пробили. Хороший мгич Таргамас. Ёб твою мать, а что Сейкин сделал? Компа, убили компа, убили компа. Инстоп вотч ушел. Так. Маркун может сейчас ресет получить, да, Маркун ресет. Блять, Сейкин ульданул нахуй, куда? Он просто... Что он сделал? Наут Сейкин ультанул. Он не увидел, что его Наут ультанул, ульту нажал, что ли? Пиздец. Ухо. Комби самойлера с другой стороны остался, флеш у Сейкина есть. Есть ТП. Вардик, но только вот здесь вот справа как-то. У рогов хороший вижен, они все фланки видят, по сути. Которые могут быть у карминов. Но выглядит так, что кармины на Шора особо-то законтестить не могут. У них 0 виженов, из чехать Ари, Наут, там Альфита. Выглядит очень проблематично. Надо что-то жестко придумать здесь. Так, ну, роги идут просто стартить на Шора. Кармины будут заходить через мид. Так, роги трапают. Один блютринкет есть у апсета. Чарм попал по Таргамасу. Таргамасу сняли половину здоровья. Подрутали еще двоих. Но на Шора пока роги не стартанули. Зуэлис будет искать хук. Хук по копии. Чарм отдали. Сет запушил мид. Бо. Полетел Зуэлис, а Сейкин. Ультит двоих, но это танки. Хороший, кстати, ступой сейчас Сейкина. Ларсен уходит в Джоню. Есть первый ресет. Ой, ну все, да. Похороны. Кармин Кор проигрывают матч против Роук. Роук становится 1-3, и Кармин Кор становится 1-3. Была надежда на новых кармидов в этом сплите. Но в итоге поражение от команды, которая выглядела слабейшей в этом сплите, ставит эти надежды под сомнение. 7-0-7 Ларсен. Ну, кармины сами на боте этот инт устроили свой, когда они 3 килла Ларсену отдали. С этого момента им стало очень тяжело играть. Там где-то чуть не повезло. Но роги молодцы. Роги сегодня плохо сыграли в целом. Красавчики. Довольно инициативно. Не вот этот вот резин слипер. Довольно проактивный драфт. Роги получают свою первую победу. Камбэк рогов. Пошел. Пошел винстрик.